В этом видео школьник будет рисковать своей жизнью, проходя экстремальное задание за деньги. Чтобы заработать, он должен будет пройти кучу препятствий, прыгнуть с дерева на дерево, проехать на сноуборде, и это было рискованно даже для меня. Смогли ли мы пережить эти задания, смотри в этом видео. Окей, Мирон, сейчас ты будешь проходить эти уровни. Заходи на первый уровень, Мирон. Окей. Давай быстрее. Что дальше? Окей, Мирон, и сейчас ты должен будешь перейти на следующий уровень. За каждый пройденный уровень ты будешь получать $1. Понял. Давай, Мирон, переходи. Окей, красавчик, за следующий уровень ты получишь уже $2, потом $3 и так дальше. Окей, давай $1. Ну что, прикалываешься? Идем на нормальные трассы. Спрыгивай, блин, это для детей вообще. Пошли. Окей, Мирон, ты готов? Да. Сейчас ты должен залезть по этой лестнице аж туда, на самый верх. Давай, чувак, это только начало, там будет полная жесть. Стой, чел, подожди. Что? Ты что, прикалываешься? Тебе нельзя лезть туда наверх, не используя эти карабины. Ты должен их цеплять вот сюда вот. Понял. Давай, давай, цепляй. И только потом ты можешь идти вверх. Это нужно для того, что если вдруг школьник сорвется, его, возможно, спасут эти карабины. Окей, Мирон, сейчас тебе нужно пройти аж туда, и тогда ты получишь $1. Ну, что сейчас нужно делать? Ты должен сюда, на этот трос, подцепить таким же образом эти безопасные карабины. Ой. Давай, перецепляй один, окей. Второй. Окей, и второй. Мирон, ты просто посмотри, как здесь высоко. Блин, же стрёмно. Смотрите, ребята, это только начало, это самые нубские уровни. И мы... Мирон уже еле проходит. Давай, давай, чувак. Мирон, не упади. Я забыл сказать. У тебя 3 жизни. Если ты падаешь, тебя само собой трос спасет, но будет минус жизнь, понял? Окей, давай, все, иди дальше. Окей, Мирон прошел, красавчик, все, жди меня. Окей, Мирон, ты смог пройти первую трассу. Это была самая легкая трасса, ты получаешь $1. Ура, спасибо! Окей, за следующую трассу ты получишь уже $2. Что это такое? Это просто бред, как здесь проходить, непонятно. Как там не упрости? Потому что по каким-то кольцам, прикинь, становиться просто на кольца и проходить. Давай, чувак, прячь бабки и быстрее проходи. Ребята, как здесь пройти, просто непонятно. У меня вопрос. Что такое? Что будет, если я потеряю все 3 жизни? Челлендж заканчивается. Сколько заработал, столько оставляешь себе. А остальные деньги ты уже не сможешь заработать. Понял. Проходи быстрее, как что это ты понял? Вообще пройти? Перецеплять рост по одному, Мирон, не спеши, чтобы все было максимально безопасно. Окей. А ну попробуй, кстати, на него опереться. Ты не упадешь, чел? Не. Серьезно? Не, не падаю. Не падаешь? Ну, да. Короче, проверять не стал. Окей, давай. Хорошо, реально, шатается. Очень сложно. Шатается нереально. Вы посмотрите, ребята. Мирон еле справляется. Это очень сложно. Может казаться легко, но это очень сложно. Валера, мне нужны рукавицы. Да давай дальше, чел. Рукавицы? Да. Продам за $10. 10? Да. Дорого. Тогда проходи, заработаешь, купишь. Давай, чувак. Просто у меня есть рукавички, он хочет такие же. Окей, Мирон, в принципе, как-то проходит, он как-то крутится. Мирон, блин, спортивный, он еще и маленький. И это все еще на высоте 15 метров. Я просто в шоке. Еле-еле. Окей, все, жди меня. Окей. Ребята, я реально еле прошел эту штуку. Я держался за этот трос, за который, в принципе, держаться нельзя. Ну ладно уже, пофиг. Ты получаешь $2, деньги доставать очень удобно. Вообще неудобно снимать, ребята. Я здесь, блин, дрожу. Блин, короче, начало я... уже так сложно. Да-да-да, ты когда спустишься вниз, я тебе все деньги за все левелы отсчитаю. А, окей. У тебя уже $3. Все, окей. Давай, переходи к следующему левелу, чувак. Куда ты цепляешься, Мирон? А что это? По этой штуке? Не-не-не, ты что, прикалываешься? Берешь веревку вот эту снизу, подтяни ее себе. И теперь тяни ее на себя, тяни, 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 тяни. Давай-давай-давай-давай. И смотри. Что? Велосипед. Ты должен сесть на велик и доехать до туда. И тогда ты получишь $3. Офигеть. Я не знаю, как я сяду на него. Я сейчас подержу веревку. Смотри, что у меня с руками. Мне точно нужны рукавицы. Да сильнее тяни, тяни. Еще чуть-чуть. Блин, вы тянете? Чуть ли не упал еще, Мирон. Ну реально, это надо тянуть. Сопротивляться. Окей, давай мне. Я подержу. Капец, я еле его держу, ребята. Как я на него сяду и поеду, у меня вопрос. Окей, раз, два, три. Погнал. Мирон поехал наверх. Эй, стой! Веревка запуталась, гайс. Окей, ребята, я вытянул Мирона, в итоге убрал эту веревку. Ее нужно было кинуть вниз. Мы об этом не знали. Все, Мирон, давай, едь. Давай, чувак, ты должен доехать до самого конца. Ты просто в шоке. Красавчик, сейчас я подъеду. Окей, Мирон, красавчик, у тебя в пуле уже $6. Я на велике еле его потянул, сел, как-то поехал, он у меня застрял, пришлось сходить. По тросу как-то лезть, ладно, пофиг. Да. Теперь следующий левел, чел. Ты сразу же за него получишь $4. $4? Давай, давай. Я сразу же перчатки могу купить. Да, давай. И с ними ты, конечно же, заработаешь намного больше. Намного больше. Давай, чувак, давай. Перекидываем тросы. Это самое важное, ребята. Безопасность.
Так, окей, Мирон, сейчас ты должен пройти по этим деревяшкам туда, получая 4 бакса. Давай, погнал. Давай, чувак, тебе нужно перепрыгнуть на эту деревяшку и сразу же схватиться за нее веревками. Окей, окей. Давай дальше, и дальше перепрыгивай. Чел, страховка сработала. Да все, все, успокойся. У тебя просто минус одна жизнь. Страховка работает. Да, да, чел, давай. У тебя осталось две жизни, чел. Еще фигня, давай пролазь. Да ты поспешил просто, ты просто аккуратно. Ребята, Мирон потратил уже одну жизнь, а это только начало, ребят. Здесь парк, просто миллион этих лазалок. Посмотрим, что Мирон сможет заработать. Окей, окей, жди меня. Окей, Мирон, сейчас следующий уровень. У тебя, кстати, осталось всего лишь две жизни. Да давай, бабки. Спустимся, я тебе заплачу, я же это говорил. Давай. И, ребята, сейчас Мирон еще не видел, но здесь бочка. Ведро! Ведро! Давай подтягивай, Мирон, нужно потянуть, опять же, та же схема. Нужно будет, я так понял, залезть в ведро, и Мирон в ведре будет до туда просто долетать. Только смотри, веревку этот раз не затупи, ага, окей? Да. Окей, я попытаюсь это снимать, ребята, мне очень сложно, мне придется Мирона держать. Окей, давай, Мирон, залазь в бочку. А давай вдвоем тут. Да не, давай, нельзя так, давай. А, стоп, мне нужно сначала туда карабины. А, Мирон, Мирон чуть не остался на дереве. Да, да. Окей, да. Сейф сначала, безопасность, по одному. То есть всегда должен к чему-то быть пристегнут, Мирон. Это очень печально, если бы не пристегнул. Окей, Мирон, готов? Да. Уверен? Да, пускай. Да, let's go, погнали. Это просто бред какой-то. Ну, я, само собой, я к нему потом поеду, и я не смогу это снимать, это очень сложно. Окей, ребята, мы начинали аж оттуда, где написано стекла. И сейчас мы прошли уже 5 левелов. Мирон, если ты пройдешь это, ты получаешь сразу же 6 долларов. Yes. Давай, чувак, давай, переходи. С другой стороны, там запутать, у тебя страховка, если ты пойдешь так. А, точно, блин. Тебе нужно, да, с левой стороны. А пош... ты да, конечно, мог, а ты, потом бы ты уже не справился. Так, окей, окей, Мирон, давай. Красавчик. Окей, Мирон, давай пятюник, ты зарабатываешь еще 6 долларов. У тебя в итоге сейчас сколько? 21. 21 доллар! Окей, Мирон, уже скоро финиш. И сейчас у тебя есть выбор. Пойти этой дорогой, она самая быстрая. Ты очень быстро доберешься к финишу. Либо же пойти этой дорогой. Она очень длинная, но само собой ты сможешь заработать больше долларов. Когда ты проходишь первую трассу, мы делаем перерыв. Там коктейли пьешь, ты типа, понял, отдыхаешь. Класс. Я тебе деньги плачу. Либо же ты проходишь трудным путем. Выбирай, Мирон. Ну смотри, я, в принципе, уставший, но недостаточно. Я хочу побольше денег заработать. То есть, если я тут пойду, то я максимум 10 долларов заработаю. Mm-hmm. А если пойду там, то заработаю 100. Окей, okay, но здесь очень сложно, Мирон. У меня, в принципе, есть право еще на ошибку. Ну да, у тебя так, две жизни осталось. Окей, okay, давай, давай. Окей, okay, ребята, Мирон выбрал трудный путь. Вы посмотрите, тут какая-то, какой-то X. Мирон, проходи, как удачи. Я не знаю, как это проходить. А, смотри, да-да-да, ты становишься, там оно нитками держится. Но если Мирон начнет идти вверх, то оно будет наклоняться в совсем другую сторону. И можно очень легко упасть. Давай, давай, проходи. Мирон, ты сам выбрал этот путь. Let's go. Давай, давай, сейчас оно должно упасть, ребята, видите, оно наклонено и начнет сейчас падать. А-а-а! Мирон, устоял? Давай, 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 давай. Запуталась, ты должен в другую сторону пройти, возвращайся. Мирон, конечно, окей, окей. Окей, красавчик, Мирон, ты прошел, сейчас жди меня. Что ты стал, проходи следующий левел, слышишь? Еще, ну смотри, какой сейчас сложный левел, у меня еще и руки болят, смотри, какие красные. Мне нужны рукавицы, Валера. Я заработал уже 28 долларов. 28 долларов рукавицы. Ты что, издеваешься, ты 10 говорил. Ладно, 10. Реально хочешь взять сейчас? Да. Окей, Мирон, минус 10 долларов, бери, я специально для тебя купил и продал подороже. Окей, Мирон, одевай, само собой, с ними намного легче, ребята, просто там руки у Мирона красные уже. Окей, Мирон, проходи, давай, давай. Эта штука, деревяшка, прикол в том, что вы становитесь, и они сразу же соединяются, рассоединяются. Очень легко. Окей, и там самый сложный момент, вот он реально сложный. Нужно пройти по краю. Мирон как-то справляется, еле-еле шатается, она справляется. Да блин, ты как-то легко справился, тебе рукавички так помогают? Да, что за, что за фигня? Классно помогают. Окей, Мирон, переступай осторожно. У меня чуть телефон не вымел. Блин. И сразу же к следующему заданию, давай, перебегай, окей. Быстрее, быстрее, а быстрее, чел. Деньги я потом дам, блин, задолбал по эти деньги спрашивать. Окей, сейчас задание 9 долларов. Дальше у нас сетка, тюрьма. Там просто нереально. Давай, Мирон, давай, переходи. Мирон вообще очень классно, кстати, переходит. Он только раз у нас пока что упал. Окей, просто перепрыгивай, все. Фух, красавчик, Мирон. Смотри, что дальше, Мирон. Смотри. Жди меня. Фух, окей, ребята, я дошел до сюда. Перецепляем наши тросы сюда. Валера, смотри, как тут круто. Ничего себе. Мирон, подожди меня. Это я к тебе залезу. Уровень. Здесь можно просто лежать, отдыхать. Окей, давай, лезь дальше, Мирон. Окей. Блин, я даже не хочу платить за него 10 долларов. Чего я должен за него платить 10 долларов? Здесь ничего сложного. И ты посмотри, Мирон, как там низко просто.
снизу люди ходят, там люди сидят. А мы со слезем. Красавчик, Мирон, жди меня. Окей, Мирон, смотри, что дальше. Что это? Это сноуборд. Подтягивай его к себе. Я тебе уже помогать не буду. Я ничего не буду держать, ничего такого. Ты уже сам, Мирон. Давай. Следующий левел, кстати, они же становятся все сложнее и сложнее. Там будет еще просто полнейшая жизнь. Еще потом увидите. Это намного сложнее, намного сложнее. Мы, по сути, сейчас на детской трассе, понял? На детской? Это считается детская трасса? Да-да-да, давай, чувак, давай. Все, окей, я становись, страховка! Мирон опять завтыкался шнурком. Переступил, все, не упал, окей, ребят, блин, не повезло. Специально для вас я решил снять, как это выглядит от первого лица. Я надеюсь, я не упаду. Все, погнали. Мирон, хватай меня! Как ты сам справился? Я не знаю, я еле-еле. Окей, Мирон, сейчас задание на $12. Когда будет перерыв, уже скоро финиш. Ты сможешь купить себе кучу коктейльчиков, что захочешь. Есть коктейльчики. Окей, смотри, смотри. Здесь доска. Ты должен, ага, не держась за страховку. Не перейти. Держась? Да-да-да, перейти по этой доске. Давай, да ну. Давай. На такой высоте вы идете по какому-то тросу маленькому. Ну, ветер. Ну, ладно, ладно, чел, давай, переходи. Это нереально сложно. Если бы я сам прошел, а Мирон не прошел, я бы еще ему заштрафовал. Окей, Мирон, ты перешел? Давай сразу же по сетке лезь. В принципе, это очень легкий уровень по сравнению с теми, что уже были у нас. Мирон просто перелазит по ней, потом деревяшки. Вот здесь будет сложно, ребята. Давай, Мирон, давай дальше. А Мирон, кстати, может сейчас поехать к финишу, либо перейти сюда и поехать к финишу. Выбирай, Мирон. Я это буду на коктейльчике. Но это очень сложный левел, ты можешь потерять жизнь. Не знаю, я хочу сложный. Давай, давай, Мирон, проходи. Окей, ребят. Мирон просто застрял, он не может идти дальше. Окей, он перешел, окей, окей. И еще, еще одна штука осталась. Мирон, Мирон, не на жизнь. Окей, окей, Мирон, давай, залазь. Да, 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 залазь, быстрее, быстрее залазь. Мирон, ну я тебе говорил, зачем ты пошел на этот сложнющий уровень? Я просто не понимаю. Но зато ты получаешь еще плюс бабки. Поздравляю. Окей, жди, я к тебе перепрыгну сейчас. Окей. Валера, да ты что? Сейчас, Мирон, давай, ты съезжаешь по этой штуке желтой. Туда вниз, понял? И потом мы переходим к следующим левелам. Окей, давай, это чувак. $15? Не, это не оплачиваемое, ты просто съезжаешь. Да ну. Давай, чел, блин, давай. Это очень крутая штука, ребята, вы еще не видели. Давай, эту штуку ставь. Окей. Окей. Это сюда. Ну что, давай, пока-пока. Давай, пока, Мирон. Окей, окей, ребята. Ну и само собой, сейчас мы спускаемся за Мироном. Если честно, я думал, что Мирон уже проиграет там где-то на начале, но Мирон смог пройти эту трассу, и теперь его ждет самая жесткая трасса. Трасса для взрослых, реально профессионалов, так что вот этот вот малой точно не справится. Что ж, Мирон меня там уже ждет. Погнали. Мирон, блин! Валера! Валера! Я твою камеру сломил. Ты словил? Да, я словил. Хорош, она просто срубила. Давай сюда. Красавчик, ты меня тупо спас. Спас мою камеру. Слышь, ты мне еще $94 должен. А, точно. Сейчас. Окей, Мирон, Мирон прошел у нас 14 раз. То есть в итоге он зарабатывает $105 и минус перчаточки $10. Что ты всю пачку забираешь, нормально? Сейчас мы тебя читаем. Окей, ребята, Мирон заработал $94. И сейчас мы отдыхаем или сразу же идем на следующий уровень? Отдыхай. Коктейль хочешь? Да. Все, окей, погнали. Ну что, Мирон, ты отдохнул или нет? Так, давай быстрее идем. Идем снимать последнюю часть. Это самая сложная трасса, чел. Ты там сразу же можешь жизнь потерять на самом первом, понял? Окей. И чел сразу же заканчивается, окей? Ну погнали. Валера, нам еще долго идти? В смысле? Мы пришли, вот, чувак. А, вот. Вот, смотри, так просто ты... лестница уходит ну, никуда, там куда-то. Да-да-да, давай. Сдалась быстрее, чел. Используй эти, страховка, чел. Блин, ты чё? Мирон уже забыл, перерыв был 5 минут или 10, и Мирон уже все. Потерялся. Ребята, лезь просто там, просто вверх. Будет очень сложно. Да. Давай, Мирон, давай. Мирон сейчас выпил уже, расслабился. Сейчас сразу же проиграешь, я тебе говорю. У тебя же одна жизнь. Окей, Мирон, давай. Я снимаю, можешь проходить. Я просто здесь держусь за дерево. Мне нереально стрёмно. Давай, Мирон. Осторожно, проходи. Тебе, кстати, нельзя держаться за эту страховку. Ребята, очень высоко просто. Там миллион левелов будет нереальнейших. И оно уходит туда в лес. Вглубь все эти левелы. Не знаю, сколько Мирон сможет пройти. Мне показалось, ты уже упал, прикинь. Окей, давай. Я потихоньку тоже буду догонять Мирона, потому что такой ветер поднимается, деревья начинают вот эти вот шататься, и просто уже невозможно проходить левела. Окей, Мирон, проходишь этот левел, получаешь $16. Давай, не держись за страховку, переходи, сразу же переходи. $16 за прохождение вот такого левела. Ноги путаются. Мирон! Все, давай, вставай, Мирон. У тебя ноль жизни, ты проиграл. Окей, 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 давай, иди сюда. Мирон,
пожалуйста. Окей, ну у тебя еще осталась нулевая жизнь. Это нулевая, понял? Нулевая? Теряешь ее, все, у тебя, ты больше не... А что ты мне не говорил про нулевую жизнь? Я просто хотел твою реакцию посмотреть, когда ты проиграешь. Окей, смотри, что дальше? Смотри, дальше у нас есть вот такая штука. Есть велосипед, а потом там скамейка вообще. Не, я думаю, что велосипед это гораздо легче. Велосипед и скамейка, да. Ну, Мирон, проходи, что ты ждешь? Ну, Лера, что за фигня? Что? Ты забрал вот эту штуку, куда мне теперь прийти? Ну, вон есть другой путь сложный, иди по нему. Ладно, лови только, смотри, осторожно. Окей, Мирон, я тебя жду здесь на лавочке. Ой, хорошо. Давай, давай. Эй, если ты сейчас падаешь, то все, у тебя нулевая жизнь. У тебя просто нет уже шансов. Если сели себе на лавочке. Ребята, что, как вы? Окей, Мирон, давай, 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 давай. Давай, ну чел, окей, красавчик, перелазь. Лавочка тоже считается за уровень, само собой, потому что, типа, это левел. Вот у меня еще сюда коктейльчик. Да-да-да, давай, давай, чел, быстрее, блин, сел себе на лавочке, сидит. Окей, ребят, сейчас мы будем с этого троса прыгать на эту сетку. Сейчас Мирон проходит очень легкий левел. Да. И после чего там еще просто куча левелов. Да, Мирон, ты что, прикалываешься? Просто отвлекся. Я туда посмотрел, блин, не туда. Окей, залазь, залазь. Ты теряешь все свои деньги. И... Я шучу, ничего ты не теряешь. Ну блин, я хотел дальше проходить, а блин, ты просто взял и слился, ты серьезно? Ну, да. Ну давай, нам все равно нужно проходить дальше, иначе мы отсюда не слезем. Окей, Мирон, ты готов? Да. Давай, Мирон, прыгай, это очень стрёмно, я только что прыгал. Ногами цепляйся! А, цепляйся за сетку! Мирон не зацепился, он бы здесь тоже жизнь потерял. Хорошо, что он уже без жизни. Там можно дальше потом проходить еще очень много всего, но так как Мирон проиграл, все, он уже ничего не может сделать. Сейчас тебя подцеплю, Мирон, подожди. Так, окей, ребята, я помог Мирону зацепиться, теперь Мирон должен там отцепиться и слазь. Давай, я тебя здесь жду. Окей, Мирон, как ты? Нормально? Да, нормально. Окей, сейчас ты заработал всего лишь $66. Но я же говорил, здесь будет сложно. Ну, чел, ты вот здесь слился, я тебя это не засчитал, потому что ты там уже проиграл. Ты не прошел, понял, до конца? Да. На сетке ты еще, кстати, жизнь потерял бы, понял? Так что тебе повезло, что ты уже типа слился, ну, до, да, этого. Да. Окей, Мирон, ты заработал бабки, прячь себе в сумочку. Ну как тебе, понравилось вот это все прохождение? Отлично, просто нереально. Но если бы ты прошел все, то ты бы заработал где-то $500. А так у тебя где-то меньше $200. Ну хреново, но в следующих челленджах буду стараться гораздо лучше. Ну ладно, все, пошли. Пошли снимать следующий челлендж. Погнали.